знаешь? Мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмошников. Мусору попадут, если в деле водос, будет заместный закос. Эй, мусор, лови разно. Доброго дня. Здравствуйте. Нормально. Что там? А? Что там случилось? Да ничего, все нормально. А что за что остановили? Да без номера смотрю. В смысле без номера? Что без номера есть нельзя номер. Ездить? Все есть? Ну все. Что без номера нельзя ездить? Не знаю. Можно? Я думаю, можно. Не, ну нельзя. Все, счастливо. Все что ли? А? Все что ли? О! Поздоровался. Что ты беспредель? Что ты исполняешь? Видео выложил. Меня теперь полгорода узнает. Жмет руку, прикинь. Тебе руку жмут? Жмут руку. Главное, что не в спину тебе плюют. Ты опять там видео снимаешь? Конечно, я буду постоянно снимать. Ты что думал? Ой. Ты что думаешь, что... Мне всех или что? Да оно у меня уже врублено. А? Оно у меня уже врублено. Ты молодец. Ты что думал, мне ты всех? Гордишься собой? Ты а скажи... ты гордишься собой? Так я свою работу выполняю. Понимаешь? Я то же самое делаю. Ты это то же самое не делаешь. Ты, это ты так решил? Ночью на этаже тебя будут очень сильно бить. Ты будешь кричать, полиция, помоги. А ты кому будешь кричать? А я не буду кричать, я там свой. А, ты на ХТЗ свой? Да, я на ХТЗ службу нес. Индустриальный район, не Мишлянский. Ты, не, вот ты чуть-чуть не понял. Ты чуть-чуть не понял. Ты так сильно тарахтишь. Я тебе еще раз объясняю. Ты мне чем-то угрожаешь или что? Ты смелый только когда ты с нами общаешься. Ты мне угрожаешь, еще раз спроси. Просто не ходи на ХТЗ ночью. Ты мне угрожаешь? Не ходи на ХТЗ ночью, высоко, криминогенный район. Ты мне угрожаешь? Ты услышал меня? Ты мне угрожаешь или что? Не ругайся, ладно? Ты мне угрожаешь? Иди себе, головой, что ты несешь? Ты номера протер? Да тебя должно... Ты теперь водосик, протри номер, понял? Для меня лично. Да мне что ты думаешь обо мне, сказал, понял? Я второй раз повторяю. Мне ты обо мне. Еще раз говорю, мне... Ни одного отношения. Да мне там, что ты там думаешь, понимаешь? Позорь, еще понял? Раз говорю, а мне... Тогда носи. А вот это что-то... Еще... Меняем мы или что? Под вояку или под кого? Какого вояку? Какого вояку? Ну, одел тогда какой вояку? Ты где заслужил я? Носить вот это вот? Кого? 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 Ты мне угрожаешь? Я же тебе говорю, приедь, я когда буду по гражданке, поговорим, кто из нас что. Ты мне угрожаешь? Я говорю, приедь. Ты мне угрожаешь? По этому поводу будет написана жалоба, понял? Я тебе сказал, по этому поводу будет написана жалоба. Я тебе еще раз говорю. Еще раз говорю, ты не достоин служить полиции. Абдулов, ты не достоин служить полиции. Я говорю еще раз, тебе не должно это делать. А за то, что ты в мою сторону. Еще раз говорю. А что ты тут делаешь? Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Иди на переду. Иди. Покажи пример мне. Где ты был? Я был здесь. Ты был там? Ты был там? Почему ты там не остался? Потому что я умею обращаться с оружием, дорогой мой друг. А, и ты свалил в полицию, да, блядь? Какой камуфляж? Меняемый или шо? Камуфляж, посмотри на себя. А ну подойди сюда. Обиженный по жизни, подойди сюда. Камуфляж. У тебя шо, паранойя или шо? По этому поводу будут написаны жалобы. Ты мне постоянно рассказываешь, что я обиженный. Я еще раз говорю, если ты, блядь... Да камуфляж ты что, делаешь? Какой камуфляж, блядь? Верни капюшон. Нас
капюшон выверни. Камуфлированный у тебя или нет? Капюшон выверни, капюшон. Этот, а вот этот вот, толстовки тут свои есть. Или шо? Вообще меняемый или кто тебя поставил? Это не камуфляж это вот? Фирму вообще знаешь? Это, ну знаю. Ну не знаю, на это иди сюда. Не на ноги, блядь, на тысячу его на. Че я должен его снимать? Да ты недостоин. Че, успокойся. Ну че ты не... Сними камуфляж, блядь, ты ну, хотя бы... Ну что ты камуфляж носишь, объясни мне. Ты, фирму эту знаешь? Зачем ты носишь камуфлированную одежду, объясни мне. Ты военный. Ты военный, объясни мне. Ты военный. Ты служил... Ты, капюшон, говорю, выверни. Друзья, вы видели вот этого, который на Under Armour говорит, что это камуфляж? Сколько стоит дороже, чем его курточка? Ты что, вообще ролик будет охуеть? Красавчик, молодец. А по поводу того, что ты мне угрожаешь журналисту непосредственно. Ты журналист? Я тебе на Верочку военный, покажу. Военный покажу. Журналист. Покажу тебе. Блять, службовое посвящение. Дурак, по этому да, поводу да, будет да, написано да, заявление в милицию. Читай. Читай. Громко. Уволься на голову. Не можешь отличить Urban Under от камуфляжной... Фиксированной одежды. Ты что, вообще этот, как бы, пресса? Ты пресса для дурдома или для кого? Понимаешь, что такое камуфляж в одежде? А ну, есть загугли, загугли, да загугли сам, загугли. Я тебе еще говорю. Пресса, у тебя образование... Трусы, блядь, и люди написали в комментариях, три класса, отвечаю. У меня образование, образование два выше, чтоб ты понимал. И ты хочешь, чтобы тебя сняли на камеру, ты обиделся, теперь пытайся какую-то хуйню, блядь. Да ты обиженный тут ездишь. За мной ты приехал, обижен. Или ты шо? Обиженный, это что, непонятно или что? Ты обиженный на меня. А ты униженный? За что только, объясни мне. Ты униженный? За что ты обиделся? Ты униженный? Меня? Объясни мне, за что ты на меня обиделся? Я спрошу, блядь, уды. Я у мониторинга да, спрошу, кто тебя выпустил за вообще на линию, обиделся? Понимаешь? Мне. Да мне тебя обижаться. Ты что ты ездишь тогда за мной? Ты что, ты вообще вменяемый или что? Что ты ездишь за мной? Объясни мне. Что ты номера не прицепишь, как человек нормальный? Давай, успокойся. Ответь мне, пресса, ну. Чего ты номера ты не куришь ничего? Тебе скучно, объясни. Ты не куришь ничего? Да тебе, там нету ничего, кроме крови. А мне кажется, что ты употребляешь. То, что тебе кажется, перекрести. Да это тебе кажется, что тебя преследуют. Ты только что сказал, что тебе кажется или мне кажется? Ты мне говори. Пресса, ты неадекватный. Да это ты неадекватный. Все, давай сюда. Забыл у тебя спросить. Номера прицепи. Разверни камеру, прицепи номера. Ну так действуй. Друзья, ну вот вы видели сами, это Абдулов, Сережка, который параноится по поводу того, что его преследуют, вы понимаете? Который посчитал, что это какая-то камуфляжная форма, понимаете? Уйди отсюда, я с людьми общаюсь. Уйди, пожалуйста, вот, отсюда. Поехали военные, увидел? И тем вот более, люди, вот это вот... непонятное чудо пытается мне еще угрожать. И по этому поводу будут написаны соответствующие бумаги. И мы немножечко этого засранца вжарим. А то он получается в форме он герой. На ХТЗ он там где-то герой и все такое прочее. Поэтому будем... И запомните, если не дай бог... У вас Абдулов, Сережка остановит и будет вам паранойю какую-то лепить. Пишите в группу «Надзор Харьков», и мы вам обязательно поможем. А еще бесплатно предоставим адвоката, чтобы жарить вот этого засранца. Все, друзья, вы знаете, что делать. Там лайки, подписываться на канал, а я погнал дальше. Если в деле водос, будет заместить закон. Эй, мусор, лови разнос.